Уважаемые старшеклассники, перед вами стоит сейчас очень сложная задача – выбор будущей профессии. Ее надо выбрать так, чтобы после окончания учебного заведения вы не только нашли работу, но и это обеспечило ваше благосостояние на долгие-долгие годы. Я попытаюсь рассказать вам о тех возможностях, которые дает университет, если вы поступите к нам. На заднем фоне у нас работы студентов-архитекторов, которые они выполняют в процессе обучения. И мы будем менять фон с тем, чтобы вы могли увидеть то разнообразие и интересные профессиональные работы, которые выполняют студенты в процессе обучения. Направление архитектура включает три специализации. Это собственная архитектура, которая занимается проектированием новых объемных зданий и сооружений, как правило, это жилые, общественные или производственные здания. Реконструкция и реставрация. Основным предметом проектирования являются существующие архитектурные объекты, которые необходимо либо отреставрировать, либо сменить им внутреннее наполнение, либо отремонтировать или полностью изменить фасад, то есть сделать реконструкцию. И градостроительство – это в основном работа с генеральными планами или благоустройством, инженерной подготовкой территорий. Чтобы овладеть этими специальностями или профилями, студент должен, во-первых, любить свою профессию, во-вторых, он должен гореть творческим потенциалом, потому что архитектура – это все-таки больше искусство, и здесь необходим творческий подход. Ну и, конечно, обладать определенными инженерными знаниями, потому что любое сооружение или здание – это все-таки конструктивный каркас, который должен стоять долгие-долгие годы. Именно поэтому учебный план направления архитектуры содержит четыре основных блока. Это прежде всего блок архитектурного или градостроительного проектирования, блок изобразительных и художественных работ, это блок инженерной подготовки и общегуманитарный блок, включающий в себя историю искусств, историю архитектуры, эстетику, философию и так далее. Эта совокупность дает комплексное представление о будущей профессии архитектора. Потому что, как я уже говорил, с одной стороны это творческая специальность, а с другой стороны это инженерная подготовка, потому что само слово архитектор переводится как главный строитель. Помимо учебных занятий, очень большую долю составляют практики. Студент направления архитектуры проходит обзорную практику, обмерную практику, где он знакомится с памятниками архитектуры, геодезическую, акварельно-графическую, проектную практику, на которой он знакомится со своей будущей профессией и при успешном прохождении может решить проблему с трудоустройством. Помимо этого, университет дает возможность усиленно изучить иностранный язык для тех студентов, которые хотят пройти стажировку в иностранных вузах. Такая возможность тоже есть, потому что у университета есть договора с европейскими и азиатскими вузами, где ряд успешных студентов проходят стажировку от месяца до семестра.